Нужен костюмер? Генеральная репетиция. Блин, ну окей. Ну я так не хочу надевать костюм на мыши. Покраситься. Зачем краситься? Надо краситься. Генеральная. Сегодня зрители на нас смотрят. Сегодня спектакль будет. Стоп. Вот так ребята узнают о том, что у нас сегодня как бы спектакль. А где, блядь? А че, вы в театре? Всем привет, меня зовут Дима, и вы попали на мой канал. У нас уже закончилась классика, и сейчас я уже сижу в гримерке. Я уже был на обеде, анпакинг обеда в Мариинском театре. Булочка, кажется, с творогом, сок, яблочко и две конфетки. И на тепленькое бризоль с макарошками и кетчупом. Такой вот перекус. Через 2 часа начало спектакля. Ну как, это генеральный прогон сегодня. Подготовка к спектаклю. Обзор. Что находится под костюмом короля мышей? Первое. Лосины. Обязательно black. Второе. Черная футболка. Чисто по желанию. Дальше. Штаны с хвостом. 1.5 метра. Дальше. Бронежилет. Так делаем. Появляется пузо. Мы сверху надеваем вот такой вот жакетик с таким ободочком. И завершающий картину маска короля. Плюс перчаточки. Перчаточки с ноготочками. Да ладно, не с ноготками? Да. Это была крысиная атака. Из этого состоит лук. Первый. Это второй акт. Все. Лука. Я думал, это будет хуже. Дали самую убогую часть костюма. Такие кэблы. Вот это подъем. Гордый Сильвия Гелем плачет. Принц. Покажи волосы, покажи волосы, какие они, как они блестят. God damn, bro. Такой завершающий образ нашего с вами короля. А это маленькая мышь. Осталось перчаточки взять, чтобы дополнить наш с вами образ до конца.
номер два. Идем готовиться на розовый вальс. Передайте привет. Кому? Просто моему влогу. Привет, привет. А куда надо? Где тут у тебя? А, вот. Ну, короче. Где? Куда смотреть? Так, ты тончик сделал? Нифига не сделал. Влог, значит, у тебя, да? Популярный? Нет. Здравствуйте. Давай посмотрим, как ты называешься. Ох ты. Нашла тебя? Так работает реклама. Вот этот новый влог. И ты записываешь все, что мы сейчас говорим, да? Ну, я это, скорее всего, ускорю, но в какой-то момент я вставлю. Понятно. Ну и все. Мое любимое. Теперь я могу рассказать. Вот там подписчику, напомню. Я не увидела. Условно 100 человек. Я могу им рассказать о том, что вы издеваетесь, когда надеваете мокрый. Неправда. Вот, ну, неправда. Что ты вот людей вводишь в заблуждение? Зачем? Я сейчас тебя спрашиваю, хорошо или нет? Ты говоришь, да. Завершенный второй образ. Розовый вальс. И кто ты? Трипак. Трипак? Russian man. Russian man? Я уже приехал в академию, и я выгляжу совсем как-то не очень. А сейчас я пойду в душ. И когда выйду, закончу этот влог. Ты чё? Ничего, я просто сказал то, что я свяжусь, когда выйду из душа. С кем? С ними. Кем? С ними. Сегодня влог снимаю. И вот наконец-то я нашел время для того, чтобы сесть перед камерой и наконец-то закончить этот влог. Примерно вот так у нас проходят генеральные репетиции Щелкунчика на сцене Мариинского театра. И я надеюсь, то, что вам понравилось наблюдать за процессом подготовки и за процессом самого действия на сцене. И вообще, просто проводить со мной время. Также у меня есть информация для тех, кто живет в Питере или же кто собирается приехать в Питер в декабре. У нас 11 числа, 15 и 25 декабря пройдут уже официальные спектакли Щелкунчика. Поэтому, если у вас есть желание, обязательно приходите. В других соцсетях вы можете меня найти, перейдя по ссылкам в описании, если вам интересно понаблюдать за моей жизнью еще и с других сторон, помимо YouTube. И на этом все. До встречи в следующем видео. Пока.